Трое украинцев, которые погибли в результате авиакатастрофы в Конго, были летчиками. Они работали по контракту. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского миротворческого контингента в этой стране Виктор Ануфриев. Самолет Ан-12 Минобороны Конго разбился накануне. На борту находились 12 человек. Никто не выжил. По предварительным данным, борт загорелся в воздухе после взлета из аэропорта в столице Киншазы. Главная версия причины той аварии – техническая неисправность.